В студии программы «Стол заказов» на Русском радио в Самаре мастера говорить просто о сложном и с юмором. Половина квартета И – Леонид Барац и Ростислав Хаид. Они стараются шутить только о том, что интересно самим. Считают крайне важно уметь смеяться над собой. Разговор, особенно подслушанный разговор с эмоциями, с искренними какими-то переживаниями по поводу женщин, он, конечно, может напрячь, но скорее так лучше и так хорошо, чем отсутствие какой-либо эмоции по отношению там, к жене или к своей девушке. Он иногда, этот разговор, оказывает терапевтическое воздействие на тех, кто слушает этот разговор. Актеры признаются, знатоками женской логики не являются и только надеются когда-нибудь постичь психологию слабого пола. Мы не знаем, мы иногда подслушивали, но у нас нет четкого такого ощущения, что мы знаем, о чем говорят женщины. Можем только предполагать и догадываться. Поэтому женских ролей у нас немного, и объем диалогов, в общем, тоже небольшой, потому что мы с трудом понимаем, как это происходит, и, соответственно, не можем это изобразить. Сейчас «Квартет И» работает над новой пьесой, но на суд самарские зрители вновь представил проверенные временем разговоры мужчин среднего возраста. Сразу после спектакля, обещают актеры, будут смотреть футбол. Россия просто обязана обыграть Уэльс.